В Краснодарском крае в рамках государственной программы «Региональная политика развития гражданского общества» успешно реализуется краевой проект «Инициативное бюджетирование». Он направлен на стимулирование инициативы жителей поселений на участие в благоустройстве своих станиц и хуторов, создание более комфортных условий для жизни. Краевые дотации можно потратить на благоустройство парков, скверов, стадионов, установку детских игровых и спорткомплексов, ремонт уличного освещения. До 2025 года на поддержку местных инициатив на Кубани выделяют более 1 миллиарда рублей. Поселения Славянского района – одни из самых активных участников краевой программы «Инициативное бюджетирование». В этом году в проекте участвуют 7 сельских поселений. Одно из них – Прибрежное. Там приступили к строительству велосипедной дорожки на спортплощадке по улице Кооперативной. С инициативой строительства велодорожки выступили жители поселка Совхозного. С данным предложением они обратились к главе поселения. Проект благоустройства в крае одобрили. Выделили средства на проведение работ, которые уже близятся к завершению. Я еду, я смотрю, я рада, что вот получается, вот мы можем, как потеплеет, мы спокойно можем с детьми вот выходить в площадку, кататься на самокате. Спасибо вот главе, что вот она прислушивается к нашим, ну, к жителям поселка и как бы внимает, и мы можем как бы вот тоже свои как бы благодаря инициативе вот вносить прям какие-то вот коррективы и улучшать наш поселок. На реализацию проекта жителей поселка Совхозного из краевого бюджета было выделено 1 миллион 162 тысячи рублей. Из этих средств удалось сэкономить 75 тысяч рублей, которые направят на покупку 2 велостоянок, дополнительных лавочек. За счет поселенческого бюджета сделают хорошую подъездную дорожку. Понравилось участвовать в этой программе. Надеемся, что и в дальнейшем у нас будет тоже такая возможность. А жители узнают об инициативе, я думаю, новые и новые предложения поступят в администрацию. Ну, будем работать. Инициативы от жителей уже поступили. В планах обновить и дополнить новыми элементами детскую площадку, установить велотренажеры, а также высадить новые деревья. Заявка на второй этап благоустройства спортплощадки уже отправлена в край. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».